Добрый день, милые дамы, уважаемые господа. С вами Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. На одном из наших мастер-классов мы делали оригинальный помпон и для этого использовали нестандартный прием. И в этот момент у нас убежала нитка, которая стягивает этот помпон в одну точку, в один узел. И Наталья применила инструмент, который участники не знали, как его опознать и где его найти. Почему-то он всем очень понравился, и всем захотелось его иметь в своем арсенале. И я пошла посмотреть, как же этот крючок можно найти, чтобы вы его нашли и могли им пользоваться. Я пошла в Яндекс и нашла, точнее, применила поиски длинный крючок для руликов. Нажимаю «Найти», и в результате у нас эти рулики, этот крючок вот именно вот так вот обозвался. Причем первым пунктом идет у нас озон, где именно этот крючок, именно с тем названием пони, который прозвучал у нас на мастер-классе, именно он здесь вот как бы и объявился. Стоимость этого крючка, как вы видите, всего лишь 113 рублей, поэтому по вот этому названию крючок для выворачивания рулика и поднятия петель пони вы можете искать в интернете, можете спрашивать в магазинах у продавцов, и я надеюсь, что если этот крючок вам действительно так нужен, то он у вас в ближайшее время появится. Если вам понравилось то, что вы узнали, ставьте лайки, нажимайте кнопочки соцсетей и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.